Ну что, всем-всем-всем большой привет, меня зовут Николай, я рад приветствовать вас у себя на YouTube-канале, канал, на котором весело. Всем с вами Заюхина, пламенный привет, мы приступаем. Даже не буду просить подписаться тот, кто смотрит меня без подписки. Все на вашей совести, как говорится, нас Бог рассудит. Почему я такой веселый? Во-первых, потому что я недавно снял 333 амуажа, а во-вторых, я буду сейчас вам рассказывать про то, что мне приехало. Я не знаю, что приехало, поэтому будем вскрывать вместе с вами. По заставочке вы уже увидели, что у меня две сегодня будет на обзор посылочки от моих Заюхиных. Одна посылочка от Геннадия, вторая от моей горячо любимой и глубоко уважаемой Яны. Геннадию мы со всем почтением. Геннадий — это старый, уже матерый спонсор моего канала, человека, который нас с вами спонсирует контентом для обзоров. Вот это вот так скажу. И была третья посылочка, но человек попросил меня не вскрывать посылочку на камеру, что там что-то личное. В общем, сделано, как исполнено. Знаю, что Яна не против, а Геннадий тем более не будет против. Поэтому не вижу смысла больше тянуть. Давайте вскрывать по порядку. Начну с маленькой от Геннадия. Правда, не знаю, что тут лежит, но, скорее всего, какая-нибудь парфюмерная история на обзоры. На обзоры. Не буду вам показывать, кому тут чего и как. Поэтому вскрою. Ого, коробочка. Внутри у нас лежит бумажечка-шуршалочка. Геннадий, вы нас балуете. Вы нас балуете, почему? Потому что у нас с вами будет обзор на бренд Le Primordialis. Короче, прикиньте. Это дорогой бренд, это дорогие ароматы. Геннадий, блин, слушайте. Посмотрите, как это все выглядит. Ого! И внутри, я так понимаю, вся антология ароматов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять ароматов. Слушайте, какое классное оформление. Можно я один вскрою, посмотрю, как это выглядит внутри? Ой, как я это все люблю. Ого, какие жирные пробники. Смотрите, как у амуажа практически. Очень интересная подача, очень интересная упаковка. Ну, блин, Геннадий, все сделаем, понюхаем, разносим и устроим тотальный обзор. Пишем в комментариях Геннадию спасибо. Целая книжка, как инструкция от холодильника. Вот. Огнище. Что-то там еще лежит. Shadow. Shadow Noir. От бренда Ojmal. Мне Геннадий что-то писал про этот аромат. Ну что, давайте пшикнем, наверное, прямо сюда. Неплохой мужицкий повседневный цитрусово-древесный аромат. С какой-то такой уходовой мужской частью. Ну, в общем, расскажу потом. Блин, неплохо. Геннадий, ну за Discovery Set, который, я понимаю, стоит очень дорого, вы достойны всяких похвал и всяких дифирамбов. Класс. Сколько здесь, да, 9 ароматов по 2,5 миллилитра. В общем, вот, я смотрел этот бренд на сайте Rendezvous, но там, к сожалению, не на все ароматы были сэмплы. Были сэмплы, к сожалению, миниатюру данного бренда они есть, но не на все тоже ароматы. В общем, вот, а здесь, как говорится, жало запустим, если что-то понравится, потом кое-где что-нибудь купим и закажем. Геннадий, жму вашу крепкую мужскую руку. Спасибо, что вы любите парфюмерию так же, как и мы. Я сейчас обращаюсь к вам на вы, Геннадий, от всего нашего комьюнити, да, моего канала, моих каналов, телеграмского и ютубного. Поэтому спасибо тебе большое, мой друг интернетовский. Идем далее. Далее посылочка 300 тысяч миллионов килограмм от моей горячо любимой Енозы. Яна — это человек, который тоже очень любит меня спонсировать всякими слепыми затестами, едой. Кстати, кто успел заметить, коробочка старого образца, мне уже на почте сказали,
А молодой человек, а откуда у вас такие знакомые, которые могут достать еще старые коробки? Я говорю, ну вот, есть такие золотые люди. Ой, как я не люблю эти почтовые коробки от Почты России. Слушайте. Ого. Так. Так. Тут лежит что-то страшное. Тут лежит что-то огромное. Безумно интересно. Это кит. Яна, там что-то упало, прости, моя хорошая. Ну, ты так все запаковала. Глядите, что у нас есть. Кто знает, тот все понимает. В общем, вот. Будут у нас новости, да? Будем использовать этого кита. Слушайте. Блин, Яна, ну ты просто молодец. Ты просто молодец. Огнище. Я сейчас для скринчика оставлю. Немножко спойлеров. В общем, вот прикол. Слушайте. Что-то упало, я сейчас подниму. Блин, а куда мне... Ну ладно, пока на полу полежит кит. Что это? Что это? О, Яна, господи. Собачки аж разгавкались. Яна мой человек. Яна знает, что я люблю. Что? Правильно. Пить, но не алкоголь, а энергосики. И поэтому Яна мне тут положил кое-чего. Так. Шпилевилия. Афродизиак. Дамиана. Попробуем. Шпилевилия. И второй. Но питочек. Не пробовал. Я не знаю, что это за марка. У нас такое не продается. Даже в Москве. Это, прикиньте, не продается. Второе. Шпилевилия. Тут целующиеся люди. Афродизиак. Йохимбе. А кто производитель? Слушайте. Российская Федерация. Город Курск. Пивоварня номер один. Еноза. Вот. Ну и пожрать, естественно. Как же без пожрать? Ой, Яна, балуешь, балуешь. Я уже и так в кадр не вмещаюсь. Мне уже и так хитрозы пишут, что... Вот ты там нашу китятишню обзываешь, а уже сам... Да? Да? Я на массе. Настоящий шоколад молочный. 300 кило. Офигенно. И чокопайки к чаю. Ну вот. Я не люблю такие штуки покупать, потому что я их жираю просто моментально. Поэтому вот такая вот история. Слушайте. Я тут поныряю опять. И я тут поныряю. Но это жир, конечно. Это для этого самого принтскрина, когда буду монтировать видео. И сейчас в телегу. Спойлеров накидаю. Слушайте, да? Огнище. Огнище. Буду вещать душные новости с этой штукой. Записывайтесь на зарядку, девочки. Вот. Слушайте, мои друзья. Спасибо вам огромное, правда. Безумно приятно. Безумно ценно. Ну, как-то так. Не могу больше ничего подобрать. Геннадий, знаешь, да? Как только дойдут руки. Не знаю. Когда дойдут, возможно, возьму с собой в Самару. В Самаре что-нибудь поснимаю. Вот. Ну, Еноза, спасибо. Уже сейчас пойду заваривать чайник. Еще с тем чаем, который ты мне дарила в прошлый раз. Все, моя любимая, хорошая. Спасибо вам огромное, что смотрите. Спасибо моим дарителям. Безумно ценю. Безумно всех уважаю. Спасибо, что поддерживаете мою вот эту вот блогерскую веселую КВНишную. От Китая отлетают, ну, как обычно, да, мы знаем, что от китов иногда что-то отлетает. Вот. Спасибо. Видео не несет никакой информационной значимости, никакой ценности. Просто вот решил включить камеру и записать на камеру какие-нибудь свою смехуямбы, да, например. Вот такая вот история.
Если вы пишете, что хотите что-то, как-то, зачем-то, почему, пожалуйста, в телеграм-канал. В шапке телеграм-канала есть мой никнейм, на него можно тыкнуть, мне можно написать сообщение. Вот. Также действуют и те люди, которые меня блокируют и банят, да, например. Вот. Пейте лучше вот это, чем вино, алкоголь, пивище, винище, потому что в энергетиках на самом деле ничего страшного нет. Это обычный лимонад, просто с премиксом витаминов, да, но только сладкий. Я сладкое люблю, но по мне видно, да. Все, мои любимые, хорошие. Спасибо еще раз, Яна, Геннадий. До хруста вас безе. Обнимаю, ценю. Вот это все. Вам спасибо, что посмотрите. Спасибо, что повеселитесь вместе со мной. Все. Третий подарок сейчас пойду скрывать. Лично, интимно. Не знаю, что там лежит. В общем, вот, человек попросил. Все. Большое вам спасибо. Увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.